Конструкторское бюро Дмитрия Варенкина, город Москва. И глубокий, звезды тают над Москвой. Может, я теряю совесть? Как хочу я слышать голос, как хочу я слышать голос, долгожданный голос твой. Позвони мне, позвони. Если я в твоей судьбе ничего уже не значу, я забуду о тебе, я смогу, я не заплачу. Эту боль перетерпев, я дышать не перестану, все равно счастливым стану, все равно счастливым стану, даже где-то без тебя. Дмитрий Варенкин. Начали мы 14 лет. В 93-м году мы на Столешниковом переулке положили шляпу. Собственно, денег не было, и мы шляпой успешно работали 2 года подряд. Здравствуй. Зарабатывали достаточно хорошие деньги на корпоративах. Сейчас же кризис и все такое, и, честно могу сказать, музыка перестала приносить какой-то доход, то есть денег, ну, нету. Но зато есть прекрасное удовольствие, и слава богу за все. И чуть было не паник, и даже дети у подъезда мне кричали: «Эй, мужик, кто снова? Здравствуй!» У музыки есть единственный критерий. Вот она тебя зацепила, эта музыка. Если не зацепила, то надо вам еще поработать.